Всем здорово! С вами Туманов Плей, и мы продолжаем Дрейка. «Золото и кости» называется глава, и нам нужно падать вниз. Салли уже туда спрыгнул, мы здесь отбились, короче говоря, в этом монастыре, где колокола звонили до этого. Сейчас уже все отзвонилось, идем, «Золото и кости». Салли, погнали вниз. Может, объяснишь мне, что происходит? Дрейк не собирался забирать сокровища с острова. Он хотел помешать его увести. Что? Оно типа проклято. Нейт, я тебя умоляю. Я знаю, звучит как бред. Просто поверь мне. Салли, надо верить мне. Я ж тебе когда-то поверил, когда ты, я думали, что... Мы с Леной думали, что ты нас предал. Помнишь? Поверь мне теперь, братан. Золото и кости. Что-то мне тут кажется, сейчас опять какая-то заваруха будет. Опять куда-то идем вниз. Ага. А вон и Лена стоит там. Держит он ее. Гад, а? Отпусти Ленку нашу. Салли, только не стреляй, там Лена, осторожно. Я всегда ко всему подготовлен. Бросайте оружие. Вон туда. Не геройствуйте, прошу. А не то я ее убью. Не, Ленку не трогай, понял? Забери оружие, хорошо. Ленку не трогай. Так, а теперь подождите. Сейчас мы к вам вернемся. Великолепно. Такая тонкая работа. Я еще ничего подобного не видел. Это лишь оболочка. Настоящее сокровище Эльдорадо лежит внутри. Ха-ха, открывай! Ща узнаем, что там за сокровище внутри. А, нифига, подстава, короче, прикинь. Нету там сокровища настоящего. Смотри, говорит, что в него сейчас что-то вселилось, да, походу? Демон какой-то. Наварро. Эй! О, ё-моё, какой ты страшный стал, а? Стойте, остановите его. Адьос. Никакой фантазии. Бахаларет! Бахаларет! Никакой фантазии. А чё, он как будто бы знал, да, как, что там находится такая штука. Ты не знаешь, что делаешь? Нет! Я единственный на этом острове, кто знает, что делает! Каргеля статуа! Грузите статую! Короче, все! Он сейчас упрет все золото наше. Вы все гоняете за своими никчемными сокровищами! А представь, сколько за это можно выручить у нужных людей! Леватору! Леватору! Короче, он решил не статую продать, а то, что можно превратиться в демона, короче говоря, все кого-то. Ё-моё, блин! Ё-моёшечка называется. Салли, это испанцы. Те самые испанцы. Это, сука, испанцы, короче, прикинь, все. Ребята, сейчас будет заваруха, я вам точно гарантирую. Господи, если это увести с острова... Останови его, я тебя прикрою. Вот почему наш предок не хотел отдавать статую никому. Так, Салли, учитывая, как мы в монастыре бились, я что-то сомневаюсь, что ты нас прикроешь нормально. А! Хотя нет, он что-то прикрывает даже. Даже... Ай, погоди, погоди, а как я так, блин, развернулся-то? Салли, давай резче стреляй. Куда бежать-то? Вертушка там. Слышно. Ай, блин, Салли, помоги. Салли, он здесь уже, быстрей. Кто что уходит? Давай, давай, ты мне главное. Не, ну если надо быстро бежать, я готов быстро бежать. Ты мне только давай от монстров избавляй здесь. Быстро, быстро их всех постреляй. И чё? В смысле?
Все, скоммуниздили, короче, наше это сокровище все. Понял я тебя. Короче, надо быстро просто идти, да? Пошел, пошел. Давай. О, я здесь быстро, видал? А, нифига, туда нельзя прыгать. Ладно. Ладно, давай, побежали по лестнице. Салли, ну мне нужна прям твоя вообще сильная огневая поддержка. Быстрей. Давай, 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 я буду быстро. Я буду быстро, но ты мне тоже должен помочь. Давай, братан. Давай, помогай. Все, я бегу. Да идите вы нафиг, а. Куда-то сюда надо. О, нифига ты еще здесь, блин. Тебя еще не хватало. Так, короче, подожди, вы что, у меня помутнело в глазах. Стой, 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 не стой. Понял, что он сказал? Отдохни, Дрейк, блин. Я тебе сейчас отдохну, приду обратно с тобой поговорить. Салли, что-то опять пошло не так, короче, братан, давай. Надо быстро все делать. И только так, чтобы меня сильно не подбили. А то ты видал, да, что они потом со мной сделали? Отвалишечки, а? Че, откуда вас столько вообще опять? Да ё-моё, как тут пройти-то теперь? Так, а если... А если я просто напролом побегу? Я-то пошел. Ты мне... Ты их отстреляй, главное, Салли, понял? Я-то пошел, я-то успею. Ты там давай с ними разбирайся, я вот с этим так пока разберусь. Вот так, раз и все. Вот если так, то можно. Да ну нафиг, ты че? Да что-то как-то жестко здесь, понимаешь, что? Так, ладно, мимо монстров можно быстро пробежать, но там прям их трое стоит, надо... А, может, граната есть, а? О, еще и цепанул. Не, подожди, как-то не так в этот раз. Не, ну давай, я пробегу слегка, конечно, буду отстреливаться вот так. Давай. Пошел, пошел, пошел. Ой, тормозить не надо, блин. Полчища монстров этих. Попытка номер 18 тысяч. Поехали. Салли, давай стреляй нормально уже. Я чё, за тебя всю работу, что ли, должен делать? Ё-моё-шечки, блин. Все, я быстро побежал. Пока ты там на тормозах. На тормозах я здесь, братан. Ай, черт, на этого нарвался. Так, наверное, не получится быстро. Салли, давай. Я иду, ну вот так пойду. Давай, давай, помогай, стреляй хорошенько. Все, я побежал. Вот сейчас можно пробежать нормально. Есть. Перезаряди. Во, вот это вот так сниму. Пока он там... Тупит. А этого надо стрелять уже. Готов. О, хорошо, хорошо получилось в этот раз. Давай, сейчас третий вылезет. Где он чертил, а? Нормально, все, пошло нормально, пацаны. Где там? Че надо? Тормози статую. Эй, эй, тормози. Ай. Слушай, так и надо было, короче, прыгнуть нормально. Полетели. Адиос, амиго. А он нас пропалил. Сейчас этому звон звонит уже. Сейчас будет нас быстро сдавать, да? Сдал, козел, а? Ты посмотри, что на него. Так бы по-тихому бы летели здесь. Не, не получилось. Заваруха сейчас будет, братва. Ай-яй-яй. О, нормас, нормас. Хорошо пошло. Так. На мне-то что делать, чем меня стряхнут отсюда? О, еще и на корабль летим. Аккуратно не разбейте меня тут. Все. Я приземлился. Нет, нет, там же Лена, ё-моё. Господи, быстрее. Убить его!
Ага, сейчас. Размечтался. Решающее сражение. Увидим в следующей серии, ребята. Всем пока.